город Благовещенск, школа номер 6, ученица 3 класса В, Иванова Яна Алексеевна. Я представляю вашему вниманию стихотворение Татьяны Лавровой «Славный праздник». В славный праздник, день победы, я спешу поздравить деда. Он вояка, храбрый, бравый, защищал свою державу. 20 лет солдат бывалый, горе видел немало. Он с боями шел от Волги, путь был трудным, страшным, долгим. Сталинград, Москва, Варшава, за отвагу орден славы, столько званий и медалей вы, поверьте, не встречали. Дед рассказывал немножко про войну и про бомбежку, как в окопах кашу ели и до срока посидели. Был он ранен и постужен, шел атаку, был контужен, и в походном менсочасти повстречался с бабой Катей. Повезло и ей, и деду. Вместе встретили победу. И теперь в цветущем мае праздник дружно отмечаем. Мир пусть будет на планете. Счастье взрослым, счастье детям.